Этому дому на углу улиц Соборная и Буачидзе в Пятигорске ровно 200 лет. Последние 25 он известен как дом композитора Лябьева, как часть Государственного музея-заповедника Михаила Юрьевича Лермонтова. В минувший четверг здесь открылась новая экспозиция «Лермонтов в музыке, театре и кинематографе». В духе времени часть экспозиции интерактивна. Здесь можно увидеть фрагменты фильмов по роману «Герой нашего времени», драме «Маскарад», услышать арии из опер и постановок, созданных на основе произведений Михаила Лермонтова. Для нас это событие не просто значимое, это событие очень долгожданное. Дело в том, что вот этого события, новой стационарной экспозиции в доме Алябьева, мы ждали очень долго. С того самого момента, как этот дом был передан в ведение нашего музея, и в нем был открыт литературно-музыкальный салон. Это случилось в далеком 1997 году. И вот именно тогда музейщики, это уже предшествующие нам поколения, они мечтали и планировали о том, что когда-то здесь, в этом доме Алябьева, будет звучать музыка Александра Александровича Алябьева, будут звучать романсы на стихи Лермонтова, когда-то здесь будут показаны отрывки из лучших экранизаций лермонтовских произведений. И вот все это стало возможным только сегодня. Поэтому сегодня мы с огромной радостью, гордостью представляем коллегам, всему нашему профессиональному сообществу проект, который мы готовили на протяжении последних 2,5 лет. Оригинальная экспозиция, воссозданная в доме Алябьева, это плод коллективного труда работников музея и санкт-петербургской дизайнерской фирмы Art Terra. Особый интерес представляют эскизы декораций, предметы, которые использовались знаменитыми актерами на спектаклях. Впервые за всю историю музея экспозиция собрала максимальное количество документов, экспонатов, которые дают полное представление о музыкальном, театральном и кинематографическом воплощении литературного наследия великого русского поэта. Мы очень рады, несказанно рады сегодня приветствовать вас здесь у нас в доме Алябьева. И мы очень благодарны тем, кто сегодня пришел разделить нашу радость. И нам очень приятно, что вот в этот важный, значимый для нас день, для нашего музея день, вы здесь с нами. И вот новая экспозиция открыта. Ее изобразительное дизайнерское решение впечатляет. Даже некогда пустовавшая веранда стала частью единого экспозиционного пространства. И можно с уверенностью утверждать, что на Каменводах вряд ли есть аналогичная экспозиция, которая ныне стала настоящим подарком как для почитателей творчества Лермонтова, так и для жителей региона и гостей наших городов-курортов.